Праздновали выходные в Тимашевске. Народные гуляния начались утром и не заканчивались до позднего вечера. Но для двоих горожан этот день стал действительно особенным. Подробности расскажет Кристина Соколова. Сладкая вата, мороженое и громкая музыка. В день города и района центральная площадь Тимашевска преобразилась. Специально к празднику здесь установили аттракционы и карусели. Но самое важное происходит на сцене. Владимир Кочетов стал первым почетным гражданином Тимашевского района. Он руководит кондитерским комбинатом, который создал с нуля четверть века назад. Кроме нагрудного знака и свидетельства, ему, как почетному гражданину, теперь каждый месяц будут начислять 5000 рублей. Оставлять эти деньги себе Владимир Кочетов не хочет и уже знает, что с ними делать. Сейчас строится кафедральный собор, мы во главе, главные были первые, так сказать, помощники. И, конечно, мы туда направим этот поток. Еще одним почетным гражданином стал Геннадий Романенко, вице-президент Российской академии наук. Но приехать на праздник он не смог, награду получит чуть позже в Москве. На главной сцене после присвоения почетных званий начался парад флагов. 10 стягов стали результатом долгой работы. В этом году в каждом поселении Тимашевского района появился свой флаг и герб. И вот это все появилось на центральной площади. Флаги поселения теперь всегда будут развиваться над центральной площадью Тимашевска. А у самого города появился гимн, и несколько сотен человек услышали его в первый раз. Кристина Соколова, Николай Сезоненко, Кубань-24, Тимашевский район.